что мы знаем. Старший шеф Келли стал третьим пострадавшим. Убиты три преступника. А еще убита его жена. Будем надеяться, что он не выжил. Уверены? Он намного опаснее и эффективнее, чем все, кого мы встречали. Они забрали у меня все. Готовьсь! Пли! Это нападение внешних сил на территории США. Мы должны отреагировать. Я сделаю, что должен. Внутри меня есть что-то, что я не в силах сдержать. Эта часть меня не остановится ни перед чем. Без жалости. А вы не думали, что это Джон Келли? Мы не могли ему помочь. В некоторых ситуациях приходится мыслить нестандартно. Назови мне имя. Ты должен быть мертв. Назови мне имя. Без жалости. Озвучено специально для канала в рейтинге.